30 марта председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и глава региона Вадим Потомский откроют выставку, посвященную нашему региону. Дни Орловской области стартовали в Совете Федерации. Мероприятия запланированы на 28-30 марта. В частности, в Совете Федерации будут говорить о развитии в Орловской области промышленности и приборостроения. В эфире телеканала «Вместе РФ» вышел сюжет, рассказывающий об успехах отрасли и о предприятиях, которые вошли в кластер приборостроения. В другом репортаже телеканала Совета Федерации шла речь о том, что в Орловской области обустраивают крупнейший в регионе национальный парк. Развитие экотуризма в Орловщине будут также обсуждать в Совете Федерации в рамках Дней области.